Всем привет, дорогие друзья, с вами Залел, и мы сегодня с вами поиграем в экзо-выживание совместное. Ну, правда, совместно навряд ли получится как-то поиграть, потому что, видите, Shift и Tab до сих пор у меня не работает. Я вот нажимаю магазин, нифига, чтобы использовать эту функцию, вы должны включить Overlay Steam в игре, но он, блин, включен. До сих пор это хрень. И причем даже с Максом не могу поиграть, потому что у него, во-первых, что-то со Стимаком случилось, он что-то там не договаривает мне. И второе, он скачал пиратку, ну, просто полюбоваться. Так там вообще у него так лагает, это что-то с чем-то. Надо, видимо, апгрейдить комп. Так, ну давай. А, погодите, стоп. А вот это что такое? Друзья. Во-во, можно все-таки, видимо, пригласить. Так, какой-то пингвин. Ну-ка, давай-ка, чувак, пригласить в команду. Приглашение выслано. Так. И что? Он будет присоединяться-то? Пригласить в команду, войти в игру. А, я могу войти... ну, я, наверное, не буду этого делать. Потому что там, скорее всего, он уже играет. А я с самого начала хочу поиграть, все это заценить. Вот. Ну, ладно, давайте найти игру. Экзо-выживание. Сражайтесь плечом к плечу с другими игроками. До 4 игроков против вон врагов. Выживайте как можно дольше. Так, ну все, хорошо. Так, голосование за следующую карту. Ага, тут всего 2 карты. Ну давайте вот... А нет, стоп, не 2, побольше. Какие-то солар. Да-да-да-да-да. Ладно, пусть солярка будет какая-то. Так, вот уже второй игрок с нами, замечательно. То я боялся, что я в одного пойду. Погодите, что, вдвоем, что ли? Черт возьми. Ну, короче, ребят, видимо, как по стариночке мы продуем. Не, вот нельзя просто взять и выиграть. Нельзя. Даже собрать мы не смогли нормальную команду. И, кстати, тут говорят, что есть зомби-режим, но как в него сыграть, я пока что не знаю. Видите, хотя, может, экзо-выживание это и есть против зомби. Давайте посмотрим. Я пока налью попить, пока там все это загружается. Загружается долго. Так. Ага, так. Выберите улучшение. Лучшая скорость, усиление, слабая броня, самый медленный ограниченный... Так, а что же нам выбрать? А давайте с легкого. БПЛА? Черт, нахрен мне этот БПЛА? Ненавижу его. Вот нахрена он мне. Так, а, я могу сменить, видимо, видите, что там? Что, справляйся сам. Продержись сколько сможешь. Сколько смогу. Да, видите, можно выбирать. Так. БПЛА, Голиаф. Голиаф это называется, круто. Я, правда, думал, Джиггернаут. Так, ну и что, раунд-то начался или что? Что-то ничего не... Опа! Так, понятненько. Все-таки мобы здесь, не зомби. Ни хрена вас тут! Так, братюнчики, я убегаю. Что-то, блин, они хорошо нас жарят. Чувак, какой у тебя там уровень? Ну-ка. А, тут, видимо, уровней-то нету. Охренеть! Че это у тебя за пукалка такая? С бесконечными патронами. Подтверждаю, враг уничтожен. Так, и чё там? Раунд завершен, добавлены очки. И чё, дважды нажмите F для готовности. Не-не-не, погодите. А можно же как-то все это прокачивать или другое оружие взять? Ну-ка, секунду. А, у меня пистолетик еще есть, если что. Ой, игрок Бир подключен. И еще один, замечательно. Я уж... Пополнение боезапаса, оружие, пистолеты... А, это, видимо, менять тут все можно. Так, вот, давайте-ка вот так вот сделаем. Да. Ну да, в принципе, я так и хотел. Оружейные модули есть, рукоятка. Радиаторы. Кто там? Враг приближается. Мистер Фокс. Лисичка, походу. Так, ну, нам надо все-таки вместе держаться. Так, братишки... Давайте-ка вот с этим братишкой будем держаться, потому что он тут, можно сказать, самый лучший практически. Все знает. Мы, правда, можем быстро убегать от них. Это большой плюс.
Так, погодите, куда я там стреляю? Хрен знает куда. Браток, тебе киллов-то не достается, я смотрю. Что ты будешь делать? Вот если бы это был Макс, он бы уже, не знаю, там был бы. Все, раунд завершен. Охренеть, так быстро. Так, улучшить экзо. Ну-ка давайте, экзо класс, тяжелый. Что установлено? То есть я могу в любой момент практически сменить. Экзопарение, зависание, это F, я знаю. Улучшение, глиаф. Так, и что я могу тут сделать? Гляв снабжается экзосонаром, трофей, подстол. А, так нифига, то есть этого еще нету? Рой ракетный, охренеть. То есть это все надо прокачивать нам будет. Ладно, ничего. Думаю, пока все легко идет, смотрите. Так, задание раунда. Собрать жетоны еще какие-то надо. Ох вы гады. То есть вот так вот, да? Наш боец ранен. Найти и оказать помощь. Походу лег, браток-то наш. Жетончики еще надо искать. Так, сейчас помогу, помогу тебе, братишка. Только жетон сначала возьму. Союзник ранен. Еще один, что ли? Ох, вы шмудили, а. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Гранату, гранату. Кидаем гранату. Че граната-то не работает? А, вот теперь сработало. Блин, да что такое-то? Я что тут, только один, что ли? Капец. А, у них же, кстати, возможно, что другие экзоскелеты. Так, мне-то дайте. Выберите улучшение. Да, давайте-ка. Ни хрена себе, вот это поза. Да, ничего не скажешь. Ай, братишки. Так, ладно, отсюда давайте убегать. А то... А, жетоны. Где еще-то жетоны? Видимо, не соберем. 18 из 20, братки. О, ни хрена себе. Молодцы, однако-то. Клево. Ну хоть раз-то все не через жопу пока что идет. Или все и так должно быть. Так и должно быть, точнее. Так, не понимаю я пока. Так, браток, я рядом с тобой буду тусоваться, если что. У меня, кстати, есть, если что, ракетка, которую я взял. То как будет Голиаф, а поди-ка он тут будет, то надо сразу нам действовать. Так. К нам идут кинологи с собаками. Опа. Вот видите, какие-то кинологи с собаками. Твою дивизию, что это значит? Так, собачки-то там идут. Чёртовы шапки! Тихо, это близко было. Союзник ранен, повторяю. Дерьмо. Союзник ранен. А чё у нас пистолетик-то? Браток, давай. Граната. Отходи. Так, а кто там стреляет? Кто гранатку-то кидает, а? Так, собачка, понял. Можете перезарядиться, если нужно. Все, спасибо, да. Перезарядиться мы можем. Смотрите, мы даже ничего пока не прокачиваем, хотя я больше киллов всех сделал. Но счет-то все равно этот браток ведет. Грузы оживил. Один раз я два раза оживил. Не понимаю, почему у него больше счет. Черт, это нечестно. Так, оружие, ну ладно, в следующем раунде, если что, возьмем другое какое-нибудь оружие. Пока еще четвертый раунд. Так, турель, да? Черт, может, надо было турель брать. А я что-то, знаете, в этом брал. Приближается враг с дронами. В сетевом матче, так. Вон и дроны, да? А так быстро уничтожаются. Ребята, да тут так легко.
Со снайперкой, браток. Так. Все! Охренеть! Так, ладно. Не знаю, вот видите, никто не идет. Взяли снайперку и этот лазер. Надо нам, видимо, тоже взять обязательно. Так. Хотя мне и эти пушки устраивают спокойно. Мистер Фокс, ты думаешь, такой крутой, да? Но у меня такой же экзоскелет. Но я менять пока не буду, не буду. Хотя, мне кажется, стоит. На раунде где-то 10-м. Сенсоры показывают ЭМА-бомбы. Найти и обезвредить. Так, так ни хрена. Найти, обезвредить. Что, дронов хрен мы убьем. Так. Так. Отходить надо было. Говно-то какое. Черт, ну я не хотел умирать. Так, куда ползти-то, куда идти? Так, вот. Так, черт, спасибо, братка! Чтобы я без тебя делал. Боец ранен, найти и оказать помощь. Все, понял. Сейчас спокойно его спасем. Так, оживление. Отлично. Патронов нет, надо перезарядить. Так, обезвредим пока. Бомба обезврежена, замечательно. Так, посылки. Штурмовой дрон, птичка, БПЛА. Птичку, наверное, возьмем. Так. Все, то есть мы уже все обезвредили. Блин, так все быстро происходит. Я даже не понимаю. Слишком быстро. Так, какое оружие бы взять? Боевая оптика, оружейные модули. Темп огня, боевая оптика. А, так, ну, только... Блин! Короче, где-то на раунде 15-м надо только начинать. Приближаются вражеские ИМ-войска. Уничтожьте их. Хорошо. Если бы не дополнительные такие миссии, типа обезвредить, то мы бы тут только и сидели. И ничего бы и больше не делали. Прикройте, перезаряжаю. Ух ты. Ага, вижу. Союзник ранен. Чё, этот умер? Нет, перезаряжаю. Чувак, ну как ты так-то? Да ни хрена! Давай. Это капздец. Что бы я без этой штучки-то делал, а? Классная у нас МП-11. Фу. Так, нам надо что-то делать. Давайте хотя бы БПЛА. Активируем. Ох ты гад! Пополнить боезапас. Так, боезапас, кстати, у нас, на удивление, бесконечен. Так, а вы что, взяли... Так они, смотрите, какие у них пушки-то. Обе лазерки. Ну-ка, давайте посмотрим, когда нам открыть эту пушку. Почему у него с самого начала пуколка? У меня нет. Ни хрена себе. Так, ладно. Оружие, автоматы, автоматическое, пистолеты, пулеметы. Пистолеты, точно это не пистолет. Очередь. А где? Внимание, враг применил маскировку. Смотрите, у меня все закрыто. Если есть сенсорные гранаты, используйте. Маскировку. Так, как мне активировать? Сейчас невозможно использовать парение. А, ну да, это бред. Ни хрена себе, парим. Вот, братки. Ну, что-то вас видно.
Однако. Ага, вот вижу братка. Так, не убил. Убил. Мне кажется, так далеко лучше не отходить. Да, конечно, я за фрагами-то отхожу. А братишки... Так, 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 вижу, там у вас что-то какая-то жопа, да? Про врагов можно забыть. Отличная работа. Даже до 8-го раунда выжили. Я даже не надеялся, честно. 5 БПЛА. Надо разобраться, ребят, давайте, пока у нас 30 секунд есть. Надо разобраться, как мне другие пушки-то открывать. Вот смотрите, мы подходим, значит, такие. Пополнение боезапаса, эксострел, боевая, так, оружейные модули, оружие. Почему? Почему закрыто-то? Я не понимаю. Может, я должен все это пока... А вот это... Ручной ремган. Короче, ладно. Так, обыскивайте убитых. Будет... Ищите данные для разведки. Будет раунд 15-й, короче. Тогда подумаем. Надо будет подумать. О, понятно. Не, давайте-ка поближе лучше подойдем, чтобы они сами шли к нам. Так, чувак, чё, с нашей стороны? Пока ни черта, да? Да вы охренели, еще невидимки здесь. Так, собрать. О, данные. Тихо. Отходим! Ай, твою ж мать! Союзник ранен. Наш боец ранен. И там ранен! Ой, говно какое. Это может плохо закончиться. Заряжай. Наш боец ранен. Найти, оказать помощь. Так. Ловкач. Разведданные получены. Отлично. Что же взять-то? Смена оружия, кстати, способность. Это стрел. Кураж. Давайте кураж, что ли, возьмем? Можете пополнить боезапас. О, так нифига, да, можем стрелять во время... Клёво. Да, хорошо, что я взял-то. Но вот когда же у нас эти пушки-то откроются? Не понимаю. Видимо, всему свое время, всему свое время. Так, может сменить пока... Серии, экзостатистика, способность, маскировка. Угу. Да, пожалуй, куплю. Смотрите, ограниченное усиление. Понял! Все понял, да, специалист. Да, все понятно теперь. Это все из-за экзоскелета. То есть мы не можем автомат брать, так как у нас легкий. Все понял. Глиаф? А, это посылка поддержки. Замечательно. Хрена себе, то есть чувак уже с глиафом? Охренеть. Уже, вы прикиньте. На 10-м раунде. Ой, тут тоже... Так, тихо. Ой, да. Нашел точку, где он не сможет прострелять меня. Все, завершен. Правда, я... Да, мне не зачитали, видимо, килл этот. Но ничего. Так, дальше я готов, братки. Я, видимо, тут один мудель с легким экзоскелетом. Потому что, видите, они, значит... Тяжелый, самый медленный, ограниченное усиление, лучшая броня, тяжелое вооружение, большой урон. Да. А вот средняя броня, дробовики и снайперские винтовки, серия очков, класс, автомат. Тут видите, ПП и автоматы. Да, все понятно.
Буду пока на легком играть. Экзоскелете. Кстати, почему бы... Вам идут силы ИПМ-3, готовьтесь! ...была союзников в воздухе. Так, ни хрена их там. О, точечки, точечки появляются. Браток, ты куда? Что-то я его не убью, по-моему. Граната? Чё, оборзел, что ли? Мудель. Ни хрена себе! Да, вот это уже пошла жара. Союзник ранен. Повторяю, союзник ранен. Мистер Фокс, но вы-то куда? Я понимаю, я. Черт, чувак, спасибо большое. Что бы я без тебя делал? Да, теперь я понимаю все. Как-то тяжело становится. А где там последний? Он будет мой. А, нет, уже не мой. Может, получше чуть оружие-то взять, а? Как вы думаете? Мне кажется, пора все-таки экзоскелет менять. Что-то мне уже... Оружие, автоматы... Автоматически первые три выстрела в очереди, да, лучшая точность в классе. Но точность-то это, конечно, хорошо. Дальность, мобильность. Лучший урон в классе. 17-й раунд. Ладно, подождем до 17-го. Да, до 17-го подождем. Вот тут. Наша мобильность. Скорострельность. Крис может взять. Все урон. Вижу вражеские ИМ-дроны идут. Возьмем это. Правда, это уже какой, блин, пистолет-пулемет. Фигня какая-то. Автомат. Практически. Наш БПЛА активирован. Так, смотрим. Так, дроны, дроны там еще. Ни хрена себе! Да, и вправду классная пушка. Вообще шикарная. Хорошо, что я апгрейд все-таки сделал. Нет, штурмовики также мочатся. Блядь. Сдохни. Так. Чувак, ага. Нет, я смотрю, куда ты там мочишь. Подавите, перезаряжаю. Да. Началась жара. Ну-ка, братишку. Ты маленький. На врагов можно забыть. Отличная работа. Да не совсем. Отлично это. Так. Я уже, знаете, стремаюсь. Надо ждать все-таки нормальный автоматик. Что там еще у нас есть? Схожу-ка я быстренько, да? Да, у нас секунды есть. У нас есть еще пистолеты. Ручной рейлган с откидывающим стволом. Ну, черт. Садитесь на опорном пункте, обороняйте его. Да ладно. Че, реально пойдем? Блять, я уже дохлый. А если я умру... Сами понимаете, за мной никто не пойдет. Ой. Что за говно? Так. Оживлять. Союзник ранен. Да, вот это говно. Ой, ребята. Союзник ранен. А вот это жопа. Так, ползем. Чувак, спасибо тебе. Режим, граната! Ёб твою! Чё? Так, это мы тоже возьмем турельку. Пусть... Да, посиди тут.
Враг ставит дым, осторожно. Задание не выполнено. Лавкача возьмем еще. Так, идемте внимание. Назад. Рядом с вашим сектором замечены враги. Что за... Почему так раунд быстро начался? А, он, видимо, не заканчивал. Все это задание провалено. Так, убили. Очень-очень сложно стало убивать. Рили-рили. Мало боеприпасов, еще и боеприпасы начали кончаться. Очень плохо, очень плохо. Так, что я там вызвал? Нахрена ж я... Ну ладно, похрен. Ну! Спасибо. Враг уничтожен. А, так я могу так, блин, до бесконечности. Где я там стою? Блин, на открытом пространстве. Но если я выйду, сами понимаете, что будет. О! Понятно. Чувак! Мне твоя пушка просто ужасно нравится. Ладно, позже этот экзоскелет будем юзать. Чуть попозже. Восьмерка, шестерка. Вон, шестерку сделаем. Ну и что это? Видим на радаре, к нам летит микродрон. Группа, вы там не зеваете союзников. Так, где вы, братки? Ой, вас троица святая. Так, а почему я... А, вот. Давайте-ка турельку поставим. Все, пусть работает на меня. Красотка. Они начали теперь выжигать. С выжигающими, смотрите. Говнюки теперь и размахивают кулачками. Своими маленькими. Так, нет, тут все в порядке. А почему у него уничтожено? Видимо, какое-то время есть, срок годности. Так. Ну-ка, как я могу использовать-то? Круто. Все цели уничтожены. Можете пополнить боезапас. Не, у нас все нормально. Так, сейчас попью. Что-то... Вяло, конечно, все это идет. Смотрите, я даже на первом месте, да. Оживил шестерых я. Ого. Видимо, потому что я быстро бегаю. Сандали Гермеса на мне. Так. Враг, обыскивайте убитых, ищите данные для разведки. Черт. Не очень-то это хорошо. Ну-ка, если я вот так сделаю... Ой, там собачка. Ни хрена там. Стоп. Давайте выйдем пока. Да, говно! Вот видели? Он как подошел, да? Если бы я не вышел из турели, сами понимаете, что было бы. Так, данные. Еще данные! Все, данные собраны. Так, а что, нам не ждать посылочек-то? Фига вы. Чё ж вы так? Так, нам нужен 17-й раунд. Тогда сможем купить нашу заветную пушку. А там уже тоже подумаем, какие улучшения брать. 40 очков, вы прикиньте?
Еще пока ничего не, не улучшаем. Ну-ка, статистика, броня. Заряжай. Видите, что тут можно сделать, да? Так, 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 что-то там происходит. А, посылки. Ну-ка, дайте ко мне. Вулкан, дрон. Гляб, гляб берем. Наш боец ранен. Говно. Тихо, тихо, тихо. Братишка, давай. Прикройте, перезаряжаю. Прикройте. Черт. На. Там еще звуки. Тут тяжелые лучники, да? Да ни хрена, он действительно тяжелый. Так, гляб. Все цели уничтожены. Можете пополнить боезапас. Раунд 17, ребят. Давайте-ка купим теперь. Вперед. Смотрим. А, экзострел. О, открылось, что ли? А, он был. Итак. Так, оружие, оружие, оружие. Пистолеты, пулеметы у нас нормальные. Автоматы, во. Лучший урон. Я буду брать, где лучший урон, да. Хорошо. Оружейные модули. Темп огня. Увеличенные магазины. Возьмем прицел. Темп огня. Сенсоры засекли врага. Движется к вашим позициям. Так. Да-да-да-да-да. Вот этот возьмем. Так, 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 давайте-ка попозже, ладно, придем. Убедили. Вот видите, какое тут говно уже творится. Тихо. Наш боец ранен. Найти и оказать помощь. Вижу, вижу, вижу. Стреляй, браток. А, ни хрена. Нам бы как-то урон бы повысить. Можно же у орудий? Потом позже вернемся. Прокачаем обязательно. Так. Может, и прицел можно на ПП поставить. Хотя он практически не нужен. И в ближний. Так, замечательно. Идемте прокачивать. Так. Смотрим. Нет. На этот давайте. Оружейные модули. При использовании прицела. Так. Лазерный прицел. Нельзя, модули заполнены. Для перегрева. Ну пофигу, позже. Боевая оптика уже у нас есть. Стрел, оружие. Так, все хорошо. Теперь тут. Определением угрозы. Давайте-ка с определением угрозы поставим. Сенсоры показывают ЭМА-бомбы. Найти и обезвредить. Черт! Ага, вижу, где они. Ну чё, придется обезвреживать. Или чё, не будем? Да-да-да-да-да-да-да-да. Так, вот уже гранаты пошли какие-то, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять! Ах, блин! Идем пока сюда. Ух ты, гляб, что ли? Блин. Союзник ранен. Да. Нехило. Штурмовики, смотрите, вообще не валятся. Союзник ранен. Повторяю, союзник ранен. Так. Вот говно-то какое. Тихо. Ай, патронов что ли нет? Черт, и гранат нет. Дерьмо. Союзник ранен. Все, короче, просрали мы все. Видите, что происходит? Да, взорвали. А, там еще один.
Поражение, да. Хорошая работа, но вы способны на большее. Повторите. Ну что делать, ребят? Мы, конечно, пытались. Это не забываем, что это первый бой наш. Я ожидал вообще от этого, что полягу, не знаю, в третьем, во втором раунде, потому что нас всего двое было, но все-таки пришли братишки на помощь. Вот. Обидно, самое вот сейчас обидное, конечно, что мы получили, черт возьми, самое хорошее оружие, прокачали и бац, и все. В общем, если вам понравилось, ребят, это выживание, ставьте лайк. С вами был Зелел. До скорой встречи, дорогие друзья.